The captain calls Starsky and Hutch in for an urgent briefing. We've had a tip-off from the FBI that a gang are trading guns and explosives downtown. I want the pair of you to check out the parking lot on Montrose and keep your eyes peeled. We're on it, Captain. So the guys went real quiet-like to the parking lot, looking for anyone selling illegal guns. Zebra 3, we expect the exchange to take place on the bottom deck. Let's get in there, partner. Nice and easy. Let's not spook 'em. Так, читаем брифинг. Основная задача. У капитана есть информация о банде торговцев оружием на подземной автостоянке. Преследуйте и остановите все три машины с подозреваемыми. Второстепенная задача – протаранить 20 гидрантов. Гидранты протаранить 20 штук совсем не проблема. Постараемся выполнить второстепенную задачу. Первым будет вот этот вот синий автомобиль купе. Убираем бонусы, потому что проблема в этой миссии очень жестко стоит со зрительским рейтингом. О нет. Кстати, по управляемости этот автомобиль довольно сильно отличается от красного томата, который мы большую часть игры проходим. Есть мощный удар. Сейчас не спеша подберем все бонусы. Будем их ждать. Они там где-то сзади остались. Вот они едут навстречу. Сейчас мы их встретим. Отлично. Мощнейший удар, и они застряли. Так, сейчас надо по бочкам. Спецэффект. Ух ты, два грузовика, там погибли люди, у нас это не касается. Где он? А, не забываем, кстати, про гидранты, да. Вот гидрантик. Не удалось. Так, здесь вот можно эффектно прыгнуть, поднять свой зрительский рейтинг. Особо не, я не сбил, к сожалению, золотую звезду. Сел как шарик для пинг-понга, я от него почему-то. Step on it, Starsky. Попал по бонусу двойного урона. Вот
только вот сейчас попал. Можно было вписать его в этот ящик. Take that, sucker. Great shot. The history. Так, первый автомобиль готов. Теперь остановите черный автомобиль купе. Его еще нужно найти в этом большом городе. Не забываем про гидранты. Проехали мимо. Way to go! Так, вот, он сейчас должен выскочить прямо нам навстречу. Мы его встретим с распростертыми объятиями. Шикарный удар, но мы сами перевернулись, к сожалению. Так, куда он собрался? Перекрываем ему дорогу. Отлично. Сейчас будем бездоказанно его расстреливать, нет? Дал назад. Good move, partner. Просто звери. Так, уличные хулиганы появились. Возможно, они мне помогут. Похоже, что они безнадежно отстали. Отлично. О, дробовичок. Дробовичок отлично. Теперь мы будем более эффективно расстреливать автомобили. Не получается мне их догнать. Не получается только отставать. Да уйди ты отсюда! Еще и грузовика мне не хватало поперек дороги. Так. Грузовика, кстати, дальность стрельбы ниже. Поэтому к тачке нужно более близко подъехать. У них заклинило оружие. Наконец-то мы сможем эффективно. Мы сможем недолго, они опять ушли. Shot.
Вот этот наш любимый магазин, куда мы постоянно заезжаем за шопингом. Грибовик недолго нам послужил. Да, второстепенное задание с гидрантами я, похоже, не выполню. Так, снова у меня дробовик. Что они там застряли на бензозаправке? Не поехали вообще в другую сторону. Второй автомобиль уничтожен. Теперь остановите красный автомобиль купе. Нет, 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 нет. Чем дольше я буду искать этот автомобиль, тем сильнее я потеряю рейтинг. Еще один гидрант. Но 20 гидрантов я точно не соберу. Уже понятно. Хотя давайте, пока есть возможность, будем пытаться. Так, вот наконец-то мы выехали на какую-то приличную дорогу. О нет, и тут же из нее вылетели. Уже всего лишь 200 единиц рейтинга у нас. Золотой медалью я явно не закончу. Уровень. Ну куда ехать? Как его? Как на них выйти? Не пойму. Жесть какая. Я не знаю, как до них доехать. У меня уже зрительского рейтинга не осталось. Да, у нас проблема. Уже я опять не пройду. Так, мы подняли зрительский рейтинг этими прыжками. Теперь стало дышать полегче. Все, дробовик закончился. Забиваем гидранты. Так, вот этот бонус, он, по-моему, дает хулиганов. Уличных хулиганов, которые мне будут помогать атаковать красный автомобиль. Не ошибаюсь.
Куда он поехал? Так, снова мы подобрали дробовичок. Теперь только расстреливать. Right on the money. Block 'em out, stars. Так, у них заклинило оружие. У нас с оружием все в порядке. Все, прошли. Starsky and Hutch rounded up those loose cannons. And in the trunk, they find a whole lot of rifles. But not just any kind. Hey, look at this! Boxes had a name. Kylie Imports. Splashed all over. Kylie Imports. Kylie. That name rings a bell. There was no time to investigate now. Things were about to take a real wide turn for the worse. Спасибо. Увидимся в третьей серии третьего сезона.